Добрый день! Сегодня вашему вниманию представляем обзор гитары Takamine GX100. Takamine — это известный производитель акустических гитар, но в 1983-84 году, всего лишь 2 года, они выпускали электрогитары, причем японского качества, очень хорошие. Немножко опишу гитару. Гриф этой гитары изготовлен из клена, накладка палисандровая, всего 22 лада. Корпус красное дерево, бридж тюнаматик, электроника вся родная, датчики демарцио, переключатели, потенциометры родные. Колки тоже родные, японские. Добавлю от себя, что это гибсоновская мензура 2475. Ну, теперь можно и о звуке поговорить. Масляна, воротися, до великого дня протягнися, від великого дня до Петра. Попробуем записать звук в дроп D. Еще интересно звучит как соло. Очень удобно играть скоростные пассажи и очень удобно играть всякие фишки рок-н-ролльные.